Вот эта профессия называется ледовар. И не просто так. Лед буквально заваривается горячей водой. Сейчас температура воды в бойлере 50 градусов, а на морозе минус 16 она схватывается за считанные минуты. Свой профессиональный праздник ледовар Василий Чудиновский встречает на рабочем месте. Обновляет лед на катке Самарской набережной. Рисовать идеальные ледяные восьмерки вокруг газонов помогает 30-летний водительский стаж. Ну, люди с понятием относятся к нашей работе. То есть, когда я начинаю заливать, если кто-то не понимает, просто просим его, что подождите, мы зальем каток, чтобы не портить и мне не мешать в работе. Результат труда потом с удовольствием оценивает сам на коньках. Конечно, я пробую сам. Попробую лед, потом уже... Ну, люди не жалуются, я так смотрю. Отзывы неплохие, лед нормальный. То есть занимаемся от души, с душой. Ледовар – профессия редкая и круглогодичная. Правильный лед нужен и летом, на закрытых катках и стадионах. Заливать идеально ровное покрытие – целая наука. Воду очищают и нагревают, иногда до 100 градусов. Только горячая растекается ровно и без бугров. Перед заливкой лед очищают от снега, шлифуют, затирают трещины. Специалисты предприятия «Самарская набережная» обновляют каток каждый день, если температура ниже минус 10 градусов. Ну, практически через день мы льем. Сейчас уже 62 машины вылили сюда, чтобы содержать эту ледовую площадку. Метут, шлифуют практически каждый день. 3500 квадратных метров ледяной поверхности застывают быстро. Но самарцы – народ неудержимый, бегут на коньках по влажному льду, говорят ледовары. Поэтому катки обновляют обычно рано, в 6 утра. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.